В центре внимания на этой неделе оказались рынки города. Председатель госадминистрации Владимир Яцуба проинспектировал места массовой торговли Ленинского района. Начал с центрального. Осмотрев овощные ряды, делегация посетила мясомолочный павильон. Рынок идеальный, я ничего не могу сказать. По сравнению с другими рынками, просто спасибо сказать. Ну, цены, да. Цены тут не для простых севастопольцев, для таких, как я, и настоящие здесь. По мнению главы госадминистрации, более приемлемые цены на рынке «Чайка». Здесь севастопольцы могут существенно сэкономить, не рискуя приобрести некачественный товар. При этом выбор сельскохозяйственной и животноводческой продукции весьма широк. «Чайка» – цены в два раза меньше, рынок приведенный в порядок к нашему приезду. Часть магазинов, ларьков там закрыта была, видно, с перепугу. Думали, что мы тут сейчас начнем громить их. Но тем не менее, я на «Чайку» очень часто езжу, могу сказать, что потрудились там прилично, привели все в порядок. А вот стиль торговли на Хрюкинском рынке главу города разочаровал. Качеством реализуемого тут товара и условиями его продажи Владимир Яцуба остался недоволен. Это то, чего не должно быть в Севастополе. Вот эти стихийные рынки везут, что попало. С земли торгуют мясом птицы и свининой, говядиной, чем попало. И тут даже по ассортименту видно, что видно, там их или не приняли, или просто и они сюда приехали. По Хрюкинскому рынку будут приняты кардинальные решения. Но торговли земли, чем попало, в Севастополе не будет, заявил председатель госадминистрации. Владимир Сорокин, программа «Наше время».